Пора на дело, придурок. Ты идешь туда, а я на стреме. Наличка внутри. Разрежь тент и разбей окно. Второй этаж, нижний ящик комода. Нас кто-то видел? Нет, порядок. Куда это вы идете? Эй! Бежим. А ну вернитесь! Вы там? Парни! Я застрял, самому мне не выбраться. Этот мужик не наша проблема. Нельзя же его бросить. Мы сперли 12,5 тысяч. Хочешь попасться? Какие-то вы сегодня тихие, опять поругались. Мой брат вам не верит. Думает, из-за вас будут проблемы. Ты хороший парень. Не нужно делать все, что говорит брат. Я знаю, как мы сможем общаться, когда я не рядом. Прием? Прием. Ты ходил к яме, да? К тому мужику. Я и тебя убью. И брошу в яму. Время на исходе. Мы не можем бросить его умирать! Отчаянные времена, отчаянные меры. Заткнись уже, мать твою! Нет, ты чудовище! Пожалуйста, нет! Ты еще спасибо скажешь. Вы там? Ты забыл сказать. Прием. Все изменилось. Он тут больше не главный. Теперь ты главный. Никому не говори, что ты тут видел. Никому не говори.